Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Шкоду Йети установили головное устройство на базе Android, видеорегистратор и камеру заднего вида. Планшет с диагональю экрана 9 дюймов. Встает в штатное место автомобиля через переходную рамку, которая идет в комплекте. Адаптировали со всеми штатными функциями автомобиля. Работают кнопки на руле, можно регулировать громкость, читывал Центробанк для... переключать треки, отвечать на звонки. Также вводится информация по климат-контролю. Бардачок вывели два дополнительных USB-порта и слот под сим-карту. Как я уже говорил, установили камеру заднего вида. Она включается автоматически при включении задней передачи. Она с широким углом обзора 170 градусов и детализированная картинка с разрешением HD. Как вы видите, информация по парктроникам также выводится на монитор. Также установили видеорегистратор. Изображение с него можно вывести на экран магнитолы. Здесь есть специальное приложение. Здесь можно просмотреть ранее записанные материалы. Также здесь есть возможность подключения телефона по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели микрофон, чтобы звук был качественный. Также здесь есть эквалайзер, вы сможете построить звук под свои предпочтения. Также выводится информация по открытым дверям. И здесь уже предустановлены самые популярные приложения, такие как Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка, CarLink, это подключение Android Auto либо CarPlay, Google Chrome, YouTube. Все остальные вы сможете скачать в Google Play Market. И есть очень удобная функция разделения экрана. Вы сможете одновременно вводить несколько приложений. Видео работает в движении без каких-либо ограничений. Также голосовой помощник Алисы работает. FrontCam. Сейчас найду. Обращайтесь в нашу компанию. У нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем на практически любой автомобиль. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят магнитолу. И есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!